Хей, Ютубуха и ВК, с вами Бондаря2, и да, сегодня у нас с вами будет подкаст этого прошедшего уже 2020 года. Ну, не до конца, конечно, но уже скоро, так сказать, прошедшего 2020 года. Не думаю, не стоит долго тянуть и сразу сказать то, что этот год с точки зрения моей личной жизни и, впрочем, как и, наверное, у многих людей, выдался прям очень, мягко говоря, ну, не очень, это прям очень, мягко говоря. И даже не лично в моей личной жизни даже не дело в вирусе. То есть он сам по себе выдался у меня в личной жизни не очень. Вернее, для моей личной жизни не очень. Сам по себе. Поэтому да. Но и с точки зрения моей личной жизни, вы сюда пришли смотреть как бы на то, что же изменилось на моем канале вот в течение этого года. А изменилось, я вам скажу, многое. Ну и первое, с чего стоит начать, это то, что наконец-таки, нас с вами уже больше сотни. Серьезно, никогда у меня еще на канале не было больше сотни подписчиков. То есть, это вообще впервые у меня такое. Нас с вами уже даже не больше сотни, а больше 150. Нас с вами уже 168 вроде бы как, или сколько? Ну да, где-то примерно так, в общем... Больше 160 нас с вами уже. То есть это для меня огромнейшее достижение. Это, наверное, самое важное событие в этом году для моего канала. Прям вот самое важное. Не менее важное и то, что наконец-таки в этом году, да, именно в этом году я начал снимать видео. Не через телефон, там как-нибудь, знаешь, там как-нибудь вымудривался, как-нибудь вот это вот делать, там, через телефон, там, снимать монитор компьютера, как я раньше делал, о господи, что за ностальгия пошла, это уже ностальгия какая-то получается. То есть, я уже нормально в этом году начал снимать через Бандикам, ну, вернее, я и раньше это делал, но раньше я это делал редко, я серьезно это делал очень редко. И да, то есть, а в этом году, то есть, у меня уже... Ну, нету видео на канале, которое было бы снято там как-нибудь по-вымудренному на телефон. Блин, я уже даже ностальгировать начал по тем временам. Еще один момент, который, я думаю, стоит упомянуть, это то, что я снял в этом году игры, которые я, в принципе, ну, либо никак не мог раньше снять, либо, в принципе, тогда на них забил. Допустим, это многие фан-игры по FNAF, которые я тогда хотел что-то там заснять, так как бы не мог, там я то ли их отлаживал, то ли там просто не хотел снимать, и в этом году я их снял. То же самое и с фан-играми некоторыми по Hollow Knight, с модами тоже, и с играми такими как Half-Life, вот, недавно мы с вами прошли Half-Life 2 и эпизоды, а также Lost Coast. То есть вот, я вообще хотел заснять, как вы помните, в 2019 еще году, но я тогда никак не мог по какой-то моей причине. И в этом году я наконец-таки уже смог. То есть, иными словами, я в этом году прошел игры, которые я, ну, в принципе, ну... Или вот, допустим, еще Hollow Knight Alpha 3, да, я, то есть, там, так сказать, полноценное уже прям прохождение сделал Hollow Knight Alpha 3 недавно на своем канале. То есть, если брать в общем, то в этом году я снял множество игр, которые я то ли не хотел по какой-то причине снимать, то ли, там, не знаю, не было у меня времени на это, то есть... Я, так сказать, уделил в этом году внимание играм, на которые я, в принципе, забил тогда. В прошлые года имеется в виду, естественно. Итак, теперь переходим к самой вашей, наверное, ну, может, не самой, конечно, ну, в общем, к любимой, по крайней мере, мной части. Это что же будет дальше, именно какие видео пока что будут в ближайшее время выходить. Ну, в основном, скорее всего, это будет видео, во-первых, ну, ясен пень, Hollow Knight мод кип, потому что там очень много модов вышло, серьезно, прям, ну, очень много модов вышло, я прям буквально там проверял, у меня аж глаза охренели от того, насколько там много модов повыходило. Мы еще там с вами не до конца прошли мод, там вроде как он, вот и Night in Raven City, вроде как он так вот называется, да-да-да, он так и называется. Во-первых, мы его с вами не допрошли, поэтому нам нужно будет с вами его еще допройти. Там еще до хера модов, нам придется и их с вами пройти, то есть, ну вот, ты понимаешь, да? Это во-первых. Во-вторых, скорее всего, я буду снимать... Во-первых, я хотел бы заснять Минерва Метастазис, это мод на Half-Life 2. А во-вторых, наверное, будет еще Гаррис мод. Ну, посмотрим, что Гаррис мода, конечно, в ближайшее время. В общем, что прям в ближайшее время прям хочу. Во-первых, хочу заснять мод на Half-Life 2, это Минерва Метастазис. Потом я хочу заснять Hollow Knight Mod Kit, потому что на Hollow Knight Mod Kit там очень много модов вышло, прям, ну, очень много. Ну и там дальше посмотрим, может там Team Fortress засниму, там, посмотрим, как дальше, собственно, получится. Ну и вроде бы все, да, вроде бы я сказал насчет всех новостей, и да, с вами был я, Apple 3A2, вот такой у нас с вами подкаст выдался, и
В общем, что я могу сказать с точки зрения именно YouTube канала? С точки зрения YouTube канала год вышел офигенным, серьезно. С точки зрения моего YouTube канала год вышел офигенным. Это, наверное, единственное, что вообще в этом году было, по крайней мере, ну, для меня, что реально прям вот было офигенно, потому что, ну, все остальное, если честно, в этом году было, ну, не очень. Не только для меня, но и, в принципе, для большинства людей. Так что да, так что единственное, что в этом году, в принципе, что-то прям вот реально хорошее, это то, что... Ну, лично, по крайней мере, для меня, это то, что... Ну, в общем, вот эти вот все новости насчет моего канала, то, что, как бы, так сказать, канал развился. Серьезно, канал развился, и это прям вот видно. В общем, да, с вами был я, Bull32, и это вот такой вот подкаст с вами был. И всем пока, ну и, конечно же, с наступающим вас!